Слушай, братан, я тебе часы тут такие оставлял. Желтенькие, с кожаным ремешком. Сделал? Припоминаю. А вы когда должны были забрать? Ты мне сказал, 30 апреля. А сегодня? 12 ноября. Слушай, братан, ну я-то без часов, я вообще сейчас никак не ориентируюсь. Ну, ты мне скажи, я рано пришел или опоздал? Сейчас принесу.